Почти 169 тысяч казахстанских первоклашек сядут за парты в новом учебном году. И что известно из Франции по делу Дурова? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня в выпуске в прямом эфире 24KZ в студии Лунара Есен. Почти 115 тысяч будущих первоклассников прошли предшкольную подготовку в Казахстане. Об этом отчитались в Министерстве просвещения. Для детей организовали краткосрочную программу «Малышкина школа». Обучение длилось всего месяц, а преподаватели – квалифицированные педагоги. Всего в проекте участвовало около 3000 средних учебных заведений. В ведомстве рассчитывают, что таким образом будет обеспечена преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. Напомню, в этом году по республике впервые за парты сядут 369 тысяч детей. Да, а вот по какой программе обучали будущих первоклашек и насколько такая подготовка поможет им лучше адаптироваться в школе, об этом мы поговорим с гостем в студии. Это руководитель лаборатории дошкольного образования Института раннего развития детей Гульнара Мукушева. Гульнара Омарбековна, доброе утро. Доброе утро. Спасибо за время, что вы нашли и пришли. Тем более перед началом учебного года. Я представляю, насколько у вас плотный график. Ранее мы говорили о том, что Министерство просвещения сообщало, что программа предшкольной подготовки разработана на основе государственных стандартов дошкольного воспитания и обучения. Что она в себя включала? Давайте подробнее об этом поговорим. На сегодняшний день хотелось бы сказать, что предшкольная подготовка предусматривает у нас три этапа. То есть это предшкольные группы в дошкольных организациях, предшкольные классы на базе общеобразовательных школ. И для детей, которые не охвачены дошкольным воспитанием и обучением, предшкольная подготовка проводится в летний период на базе школ в течение одного месяца. То есть это Балакайлар мектебы. Краткосрочная программа. Значит, здесь предшкольные группы, предшкольные классы, они развиваются по типовой учебной программе. Данная программа разработана на основе стандарта. И программа краткосрочных курсов Балакайлар мектебы, она как раз-таки адаптирована для детей, которые не посещали дошкольное воспитание, дошкольные организации. Вот как раз об адаптации. Как дети чувствовали себя во время предшкольной программы? Насколько она действительно помогает адаптации? Комфортно ли они себя чувствовали за партами? Краткосрочные курсы, да? Да. Предшкольная подготовка влияет ли на обучение в школе? Конечно, да. То есть программа предшкольной подготовки, она в первую очередь предусматривает развитие навыков. То есть здесь программа предусматривает физическое развитие, развитие коммуникативных, познавательных, творческих, социально-эмоциональных навыков. То есть здесь педагоги дошкольных организаций, предшкольных классов, они обучают детей коммуникабельности, то есть умение общаться со взрослым, со сверстниками. То есть при выпуске из дошкольных организаций, из предшкольных классов уже дети обладают такими навыками, как физически развитый, любознательный, коммуникабельный, умеющий работать в команде. Ну и, конечно, первоначальные знания о себе, о своей семье. Ну, это понятно, что социально больше адаптируется и к классу, и к социуму. А вот к программе, к обучению, насколько быстро они усваивают программу? Ну, программа облегченная. Получается, здесь мы развиваем навыки коммуникации, то есть это развитие речи, умение понимать педагога, правильно отвечать на их вопросы, познавательные, то есть проводятся экспериментальные занятия, опыты, то есть дети умеют понимать, что их окружает, то есть окружающая среда, ну, а также адаптируются к тем условиям, которые у них будут в начальной школе. То есть уже в предшкольных группах и в предшкольных классах у нас организованные деятельности проводятся по часовой сетке, то есть по расписанию, которое предусматривает продолжительность 25-30 минут. То есть это уже ближе к тем условиям, которые будут у них в первом классе. А вот что касательно регионов, это же понятно, что не все школы охватываются по Казахстану. Как вы дальше планируете реализовывать эту программу? Ну, на сегодняшний день Балакайлар мектебы, краткосрочная программа подготовки, она во всех регионах.
То есть во всех? Да, более 115 тысяч детей в этим летом охвачены предшкольной подготовкой. Но здесь, то есть данная подготовка, она была и в те годы, но там, видите, в предшкольную подготовку приходили дети, которые выпустились из дошкольной организации, и которые пришли из дому. А в этом году именно вот Балакалар Мектебы направлена на тех детей, которые не были охвачены дошкольным воспитанием и обучением. Не умеют держать ручку. Да. И получается, наша программа предусматривает как раз-таки, вот, чтобы дети могли ориентироваться, да, то есть они могли привыкнуть к социуму, к своим сверстникам, уметь с ними общаться, уметь работать с ними в одной команде, уметь держать карандаш в руке, то есть ориентироваться на листе бумаги, да, знать, где правый верхний угол, где левый нижний угол. Вот именно вот такие вот... Сейчас по кадрам это видим. Как раз привыкают и к учительнице, к своей, и к классу, и к партам, и к... Усидчивости, потому что, видите, вот у нас именно в предшкольных группах и предшкольных классах организованные деятельности проводятся согласно расписанию, именно как в первом классе, и каждая организованная деятельность продолжительностью 25-30 минут. Это уже приближенно к первым классам. А во всех остальных группах дошкольных организаций у нас организованные деятельности проводятся в течение дня в игровой форме. То есть там уже нет ни привязки к часам, ни продолжительности по времени. Больше адаптации. Ну, вы только что сами проговорили, Гульнара Умарбековна, и мы помним, что дошкольные организации были до начала учебного года, мы детей туда водили. Сейчас, конечно, наши дети уже выросли, но тем не менее для них тоже было в этом году организована вспомогательная программа, как раз чтобы вспомнить программу школьную. Что должен уметь ребенок, первоклассник? Давайте это проговорим для родителей первоклашек как раз-таки. Ребенок, который какие будет навыки поступать должны? в первый класс, который идет. То есть, ну, в первую очередь он должен быть коммуникабельный, то есть уметь общаться с педагогом, со своими сверстниками, любознательный, уметь держать карандаш, ручку и писать какие-то буквы, знаки. Обучение чтению и письму нашей программы не предусмотрено. То есть это, этому всему обучат уже в первом классе. Поэтому у нас таких требований нет. Мы развиваем навыки через игру. То есть ребенок в первую очередь должен уметь коммуницировать в социуме, то есть в той группе, в том классе, куда он попадет. То есть уметь адаптироваться. Замечательно. А вот только что вы сказали про социум, уметь адаптироваться, быть коммуникабельным. Это, скорее всего, зависит от того, насколько быстро и как рано ребенка отдали в тот же самый социум, допустим, в детский сад. В мире половина детей, оказывается, не ходят в организации дошкольного образования. И это как раз-таки изучала моя коллега, я сегодня не одна, Жанна Хусаинова, наш международный обозреватель. Еще раз повторю, около половины всех детей дошкольного возраста в мире не ходят в детские сады и развивающие центры. Такие данные приводят в ООН, да, Жанна, если не ошибаюсь? Все верно, Лунара, все верно. Абсолютно верно. Я продолжу, наверное, эту тему. И для начала, конечно, скажу, что небольшой спойлер, так скажем, к моему следующему обзору. Образовательный уровень матерей тоже влияет на посещаемость детьми дошкольных учреждений. Больше 175 миллионов детей в мире идут в начальную школу без предварительной подготовки. Большинство из них проживают в странах с низким уровнем дохода. Там лишь один из пяти детей посещает дошкольную организацию образования, и виной тому нехватка инвестиций в эту отрасль. Дошкольное образование лежит в основе приобретения знаний, и каждый следующий этап образовательного процесса зависит от успешного дошкольного образования. В то же время слишком многим детям во всем мире отказано в такой возможности. Это увеличивает риск остаться на второй год или вообще бросить школу и обрекает их оставаться в тени своих более успешных сверстников. В новом докладе ЮНИСЕФ говорится, что дети, посещавшие детский сад или развивательный центр хотя бы год, с большей вероятностью обретают жизненно важные навыки, которые нужны для успешной учебы в школе. Кроме того, такие дети в меньшей степени рискуют остаться на второй год или бросить школу. Также они в два раза быстрее осваивают начальную грамотность и навыки счета. Например, в Непале у детей, охваченных программами дошкольного образования, вероятность обрести базовые навыки чтения и счета была в 17 раз выше. В
странах, где большинство дошколят посещают программы по подготовке к школе, значительно выше вероятность того, что больше детей окончат начальную школу и получат минимум необходимых навыков как в чтении, так и в математике. Анализ ООН также определил основные факторы, которые влияют на посещаемость детьми дошкольных учреждений. Самое главное – это благосостояние домохозяйства, образовательный уровень матери и географическое расположение. Так, в 64 странах у детей из бедных семей вероятность получить предшкольную подготовку в 7 раз ниже по сравнению с детьми из более состоятельных семей. Инвестиции в дошкольное образование важны для обеспечения качественных услуг, включая подготовку дошкольных педагогов. Дети, независимо от социального статуса или других потребностей, должны получать равный доступ к качественному образованию, которое в будущем поможет им реализоваться в жизни и внести большой вклад в формирование процветающего общества и страны. Еще один важный момент – это связь между уровнем образования родителей и доступом их детей к дошкольному образованию. Исследователи выяснили, что дети, чьи мамы получили среднее или высшее образование, почти в 5 раз чаще ходят в детский сад, чем дети, чьи матери имеют только начальное образование или вообще не имеют никакого. Недавнее исследование ЮНИСЕФ показало также, что качественное дошкольное образование детей находится в приоритете в основном у родителей в Европе и Центральной Азии. И уже потом следующие по значимости у них услуги по присмотру за детьми и оплачиваемый отпуск в случае болезни ребенка. Почти 3/4 участников опроса сообщили, что нуждаются в более серьезной помощи в сфере родительства, но только половина родителей смогла ее получить. Большинство мам и пап обращаются за поддержкой и советом к друзьям, членам семьи, соседям и только в редких случаях к общественным организациям, правительству и государственным службам. В Великобритании, а именно в графстве Бедфордшир, власти пытаются решить проблему. Там запустили программу под названием Parenting Puzzle, чтобы помочь родителям в возрасте от 3 до 5 лет лучше понимать чувства и потребности своих детей. На этих курсах взрослых учат детально разбираться, почему дети ведут себя так, а не иначе, и распознавать истинные мотивы их поступков и поведения. Главная цель таких обучений – научить родителя грамотным и экологичным взаимоотношениям со своими детьми. Участники могут выбрать 10-недельную или 4-недельную программу. Лунара, это все новости к данному часу. Вернее, такой обзор получился на доклад ООН и практики разных стран мира. Согласно нашей теме утренней. Верно. Благодарю, Жан. Действительно, стоит задуматься, если говорить об образовании родителей первоначально, то тогда уже, наверное, вопрос с образованием детей не встанет. Мы тебя отпускаем, но прежде, еще раз повторюсь, кто сегодня был у нас в студии. Мы говорили как раз-таки о предшкольной подготовке Малышкина школа. С нами в студии сегодня была Гульнара Мукушева, руководитель лаборатории дошкольного образования Института раннего развития детей Министерства просвещения Республики Казахстан. Напомню, 115 тысяч первоклашек прошли эту программу, и 169 тысяч учеников сядут за парты. Школы готовы к этому наплыву? Да, отлично. Я вас благодарю за это утро. Отпускаю. Жанна, тебе спасибо. Мы продолжаем. Первых отечественных педагогов-специалистов, способных определить уровень развития и потенциал детей в возрасте от 0 до 3 лет, готовят в Усть-Каменогорске. На востоке республики создают сеть специальных коррекционных центров в городах и районах области. Для них сейчас обучают свыше 100 будущих преподавателей. Параллельно на востоке разрабатывают и мобильные приложения для домашней работы с пациентами с диагнозом детский церебральный паралич. Множество реабилитационной помощи увидел наш коллега Вячеслав Ветлугин, ему слово. Первую в Казахстане службу поддержки родителей новорожденных детей тестируют в Усть-Каменогорске. Прошедшие зарубежную практику педагоги определяют способности детей от 0 до 3 лет. Разрабатывают индивидуальные для каждого ребенка программы. С чего начинать развитие? С мелкой моторики пальцев, первых шагов или речи? Заведующая кабинетом психолога педагогической коррекции Марина Белькова раскрывает суть новых учебных проектов. Открылась первая в Казахстане служба ранней поддержки. Туда будут поступать дети от 0 до 3 лет. И главный акцент при поступлении мы будем проводить скрининг общего развития ребенка. И по развитию вот этого скрининга, по диагностике, мы будем составлять коррекционно-развивающую программу. Тебе сколько лет?
Три года будет, скажем. После нескольких уроков Аня Клюева в 2 года уже дает первое интервью. Вместе с мамой ребенок учится распознавать цвета и осваивает даже интеллектуальные игры. Здесь, в кабинете, я учу ее сейчас по инструкции тянуть, выставлять вот эти плашечки по порядку. То есть конкретный навык для развития ее моторики мелкой. Для особенных детей в районах области уже открывают коррекционные центры. Для них подготовлены свыше 130 учителей. На реабилитацию уже не надо ехать за сотни километров в Усть-Каменогорск. Создаются условия даже в дальних селах. Делится планами главный специалист регионального управления образования Асель Булжанова. В области функционирует 9 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Буквально в конце августа мы планируем открыть кабинет психолого-педагогической коррекции в Тарбагатайском районе. И на сегодня управлением образования ведется работа по открытию данных кабинетов в районе Алтай, Самар, Катон-Карагайском и Маркокольском районе. Вопреки всем сложностям и медицинскому диагнозу, 7-летний Альжан готовится к 1 классу общеобразовательной школы. С ребенком несколько месяцев работали реабилитологи. И мама Альжана, Жадыра Берекболова, видит значительный прогресс в обучении. После каждого курса у нас всегда хорошая динамика в развитии. Больше начал понимать, больше усидчивый стал. Хотелось бы, чтобы очередь продвигалась быстрее, но так как детей очень много у нас в городе, мы ждем. Очередность в коррекционные школы и реабилитационные центры говорит об их нехватке и востребованности. Поэтому в регионах страны по поручению президента расширяют охват психолого-педагогической помощи особенным детям. В общеобразовательных школах страны открыто больше 1000 максимально оснащенных кабинетов инклюзивного образования. Вячеслав Ветлугин и Жигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, 24KZ. Из восточно-казахстанской области в северо-казахстанскую. В Петропавловске в этом году достраивают 3 студенческих общежития. Это позволит увеличить количество мест для учащихся почти на 1500. Сейчас в студгородке проходит заселение в имеющиеся общежития на 1400 мест. Больше 600 студентов уже разместились в комнатах. Продолжу тему наш корреспондент. Посмотрим. В этом году в Североказахстанском университете на гранте смогут обучаться 1042 человека. Среди них и Мадияр Амирсанин. Молодой человек, родом из Астаны, но предпочел учиться в Петропавловске. В будущем планирует стать специалистом в сфере IT-технологий. Общежитие, то что не очень дорого, и это может позволить практически каждый студент, даже если у тебя нет работы. Комнаты уютные, маленькие, то есть там комфортно находиться, даже если будет 4-5 человек. Довольно просторные. Пока учеба не началась, вот я вчера, наверное, часов 5 ходил по городу, изучал, гулял. Тут есть много интересных мест, о которых, может, даже местные не знают. Заявки на заселение в общежитие студенты подают онлайн. И уже после одобрения приходят с документами и оформляют прописку. В общежитие уже заселилось 650 человек. Член правления университета Азамат Жикеев уточняет, что месяц проживания здесь стоит 11 тысяч тенге. На 26 августа у нас было 1340 заявок. Университет располагает 4 общежитиями на общее количество 1365 мест. То есть все заявки будут одобрены, будут рассмотрены, и каждый желающий, кто подал заявку на заселение в общежитие, будет обеспечен местом в общежитии. То есть мы 100% покрываем потребности. До конца года в эксплуатацию сдадут еще 3 общежития. В них смогут расположиться свыше 1300 студентов. Предусмотрены и комнаты для приглашенных из-за рубежа ученых. В новых зданиях обустроят комфортабельные комнаты с современным дизайном. Наталья Волкова, Коныш Казбеков, Петропавловск, 24KZ. А сейчас Павлодарскую область. Там поэтапно решают проблему нехватки школьных мест. В областном центре строят новое образовательное учреждение. Это один из 5 проектов «Комфортная школа». Исходом работ ознакомилась Тамара Дюйсенова. Вот как проходит рабочая поездка заместителя премьер-министра в регионе, об этом узнавали наши корреспонденты. Подробности у коллег. Посмотрим.
В микрорайоне Досток в Павлодаре строят новую школу на 1200 мест. Ее обещают сдать в эксплуатацию в ноябре. Учебное заведение оснастят необходимым школьным оборудованием. Она станет первой среди 5 проектов комфортных школ, благодаря которым в регионе частично разгрузят переполненные школы. Таких в областном центре сегодня 7. Позже в селе Кзангар вице-премьер ознакомилась со строительством фельдшерско-акушерского пункта. Объект строят в рамках национального проекта «Модернизация сельского хозяйства». ФАП улучшит качество медицинских услуг для жителей двух сел – Зангар и Коряковка. В нем будут физиокабинет, акушерско-смотровая комната и оборудование для функциональной диагностики. И таких объектов до конца года по области построят 30. Само по себе несложное строение, как бы мы думаем, справимся. Конец ноября мы хотим закончить, как бы, ну, для нас это очень важно. Ну, во-первых, для вас это своевременное получение денег. Для нас получение качественного объекта. Направленные усилия должны кардинально изменить жизнь сельчан к лучшему. На это направлен и проект «Аул Аманата». Благодаря участию в программе сельчане открывают свой бизнес, а также обеспечивают рабочими местами земляков. С помощью государственной поддержки и участию в проекте свое птицеводческое хозяйство развивает предприниматель Ханас Жусупеков. Новости читаем, есть программа «Аул Аманата». Мы подали документы, все. Нам сказали, для села вопросов нет. То есть у нас залог был, мы участок приобрели уже до этого. И у нас было в планах поставить инкубаторную и территорию, где будет содержаться птица. Мы до этого инкубировали бройлеров. Но так как у гуся есть маржа, у него рентабельность очень высокая. Участвовать в программе «Аул Аманата» скоро станет еще легче. На базе СПК «Павлодар» уже тестируют новую информационную систему. С ее помощью подавать и отслеживать заявки на участие в программе можно будет, не выходя из дома, в режиме реального времени. Еще один важный вопрос обсудили в ходе рабочей поездки Тамары Дюсеновой в Павлодарскую область. В ближайшее время в стране начнут решать проблему высокой закредитованности населения. Партия «Аманат» предлагает на примере пилотного проекта в Жамбылской области помочь людям избавиться от проблемных займов. Это добровольное обучение, каким бизнесом они хотели бы заняться. Второе, кто хочет заняться этим, они дают товарный кредит. И третье, значит, с банком, садятся вместе с банком и проводят реструктуризацию. Что не сразу, поэтапно, что могли платить. 25% из того же объема, который они заработали, оставляют самой семье. 50% уже оплачивают долги перед банками. Вице-премьер также отметила важность переработки сельхозпродукции. На встрече с акимами районов и сельских округов Тамара Дюсенова призвала усилить это направление. Масштабная разъяснительная работа среди населения об эффективности госпрограмм приведет к должному результату. А работу акимов будут оценивать по уровню благосостояния населения. Ербол Абишев, Даулет Хошрабаев, Марат Игликов из Павлодарской области, 24KZ. И немного о курсах валют в Казахстане. По данным Нацбанка страны, один американский доллар составляет 481 тенге 22 тина, евро стоит 536 тенге 36 тинов, рубль 5 тенге 27 тинов, юань 67 тенге 52 тина. А сейчас к новостям в мире. Власти Южной Кореи планируют запустить до 2038 года еще около 6 новых атомных реакторов. Столько же начнут строить в скором времени и во Франции в рамках национальной программы перезапуска атомной энергетики. Таким образом, все больше стран обращаются к силе мирного атома в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу и сделать электроэнергию еще более доступной. Назия Туякова выясняла подробности. Ей слово. Во Франции, одном из мировых лидеров по объему вырабатываемой ядерной энергии, работает больше 50 реакторов. В ближайшие годы здесь начнут строить еще 6 новых в рамках национальной программы перезапуска атомной энергетики. В грандиозной стройке будут задействованы до 100 тысяч человек. А на весь период эксплуатации только одной станции, он может длиться до 80 лет, ей потребуется персонал численностью до 1500 сотрудников. Кроме усиления социальных лифтов, развитие мирного атома влечет за собой и модернизацию инфраструктуры.
инфраструктуры деревень вблизи реакторов. Примечательно то, что когда в стране анонсировали программу возведения новых реакторов, многие регионы развернули целую борьбу за право размещения на своих территориях строящихся АЭС. И это позитивный и важный сигнал, свидетельствующий о лояльности на локальном уровне, потому что все понимают, мультипликативный эффект от строительства станций для экономики регионов огромный. В Южной Корее также хотят построить 6 новых атомных реакторов. Их планируют запустить до 2038 года. Сегодня в стране уже работают 23 энергоблока. Они производят почти треть всей электроэнергии. Как отмечают в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Кореи, атомные станции сдерживают рост тарифов на электричество. Без них пришлось бы пользоваться энергией, произведенной на угольных станциях. А она, по данным ведомства, в 17 раз дороже. АЭС в этом плане самый оптимальный вариант, особенно с учетом роста спроса из-за развития сектора искусственного интеллекта, считает политолог Ли Джэ Хёк. А еще он самый безопасный. Альтернативные источники энергии не могут обеспечить большие объемы электроэнергии, а технологии ядерной безопасности достигли значительного прогресса. Если, в частности, Казахстан будет соблюдать рекомендации МАГАТЭ и сотрудничать со странами, имеющими опыт строительства и управления АЭС, такими как Корея, то никаких проблем с безопасностью не возникнет. С тем, что альтернатив мирному атому пока нет, убедились и жители Германии. Там после аварии на Фукусиме массово закрыли все атомные электростанции. И страна, которая была крупным экспортером электроэнергии, перешла в статус импортирующих. В прошлом году здесь отключили от электросети 3 оставшиеся АЭС. Однако 2/3 населения с этим решением властей не согласились. И это вполне понятно, ведь цены за электричество заметно подскочили. Загрязнение воздуха от станций, работающих на угле и газе, вновь увеличилось. Глядя на текущее положение дел, я сомневаюсь, стоило ли отказываться от атомных электростанций. Если бы мы глубже изучали тему атомной энергии и продолжали ее использовать, было бы легче справиться с энергетическим кризисом. Мы закрыли все АЭС после аварии на Фукусиме, которая произошла вдали от нас. Мне кажется, это решение было поспешным. Сейчас среди населения Германии много дискутируют по поводу источников зеленой энергии. Ведь в стране много энергоемкого производства, поэтому нужно как можно скорее найти оптимальный способ выработки энергии. Огромный экономический рост наблюдают тем временем в Турции, где в провинции Мерсин строят АЭС Акую. Ее первый реактор введут в эксплуатацию уже в следующем году. С начала возведения станции в регионе построили больше 20 тысяч жилых домов, открыли десятки отелей и проложили крупную магистраль между курортами. Также на территории провинции заработали свыше 1500 предприятий. Строительство АЭС в Мерсине положительно сказалось на жизни местных жителей. Благодаря проекту было создано больше 30 тысяч вакансий. Причем многие рабочие места заняты иностранцами из-за нехватки людей. В Америке, которая производит больше всего ядерной энергии в мире, в этой сфере работают около 500 000 человек. Их зарплаты примерно на треть выше, чем у работников других энергетических отраслей. Огромные и налоговые сборы, идущие в местные бюджеты. Они исчисляются миллиардами долларов. Всего в стране действуют 93 реактора. Они покрывают не только потребность самих США, но и 30% мирового спроса. Только в прошлом году эти АЭС выработали 775 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить светом больше 72 миллионов домов. Назия Туякова, Жанна Хусаинова, 24 КЗ. Это утро 24 КЗ. Мы в прямом эфире в студии. Для вас работает Лунар Есен. Продолжаем выпуск. Сейчас во Францию. Там основателя Telegram Павла Дурова выпустили из-под ареста под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать пределы Франции с обязательством посещать полицию дважды в неделю. В отношении Дурова, напомню, начато судебное разбирательство, по которому ему может грозить теперь не 20, а 10 лет тюрьмы. Все последние подробности в нашем следующем материале. Слово коллегам. Освободили не значит свободен. Так можно прокомментировать ситуацию с Павлом Дуровым. Вчера решением судьи основателя и гендиректора мессенджера Telegram освободили из-под стражи, но поместили под судебный надзор. Причем вышел он под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции и дважды в неделю он обязан отмечаться в полиции. В отношении Дурова начато официальное расследование. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. При этом по французским законам следствие не означает, что Дурова считает
считают виновным или что он обязательно предстанет перед судом. Такое решение лишь указывает на то, что судьи видят в деле достаточно оснований для продолжения расследования. При этом оно может длиться годами до того, как будет передано в суд, а может быть и вовсе закрыто, поясняет в частности в Reuters. Павел, прокомментируйте обвинения, предъявленные вам. Павел. Суд Франции предъявил Дурову все 12 преступлений, в их числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, соучастие в распространении изображений детской порнографии и незаконном обороте наркотиков. Предварительное расследование против Telegram власти Франции начали еще в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы. Напомню, сооснователь и генеральный директор Telegram был задержан французской полицией в субботу вечером в аэропорту Лебурже под Парижем. Вечером в понедельник срок его содержания под стражей продлили до 48 часов. Между тем, французский аналитик по социальным сетям Фабрис Эпельбуан назвал Павла Дурова легкой мишенью для властей Франции. Ему предъявлено много обвинений, которые могут быть законными. Проблема в том, что сложно будет считать кого-то соучастником всех преступлений, которые совершаются на платформе, активно используемой примерно миллиардом человек в мире. Так что да, в Telegram, возможно, есть запрещенные материалы, но вы также найдете ее в открытом доступе в Snapchat. В Telegram есть и торговля оружием, но вы найдете ее почти на всех платформах. Да, в Telegram продают наркотики, но вы найдете это и в Facebook. Это то, в чем мы можем обвинить большинство других крупных платформ, имеющих сотни миллионов пользователей, и неизбежно среди них есть люди, которые нарушают закон. Арест Дурова во Франции, отмечу, вызвал возмущение по всему миру. Его задержание в Иране прокомментировал верховный лидер Исламской Республики, подвергнув критике действия властей Франции. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов также попросило Францию предоставить Дурову все необходимые консульские услуги в срочном порядке. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что арест Дурова не политический шаг, а часть независимого расследования. Асиль Абдыкалыкова, 24 КИЗ. Сейчас в Сингапур там открыли золотохранилище, которое может вместить в себя свыше 500 тонн драгоценного металла. Площадь шестиэтажного склада составляет почти 17 тысяч квадратных метров. Помимо золота, там можно хранить серебро и другие драгоценные металлы. А вот, как сообщают Bloomberg, в очереди уже не меньше 1000 человек. Все они хотят забронировать места для своих слитков в золотохранилище. Если спрос и дальше будет оставаться на таком высоком уровне, то владельцы склада собираются расширить его площадь. Эксперты объясняют повышенный спрос на золото и серебро тем, что это надежный способ сбережения капитала в эпоху глобальных геополитических сдвигов. А вот в провинциях, несколько провинций на востоке Китая накрыла аномальная жара. Уже больше 5 суток температура воздуха там не опускается ниже 40 градусов тепла. Национальный метеорологический центр КНР ввел красный уровень метеоопасности. В провинциях, столкнувшихся с аномальной жарой, открываются специальные охлаждающие центры, где люди смогут отдохнуть, выпить воды и при необходимости получить медицинскую помощь. В эти дни там нельзя разводить костры, усилен режим работы и у пожарных. Они ведут круглосуточные наблюдения за лесными массивами земли и воздуха. Последствием жары стал резкий рост потребления электроэнергии, что повлекло за собой сбои в работе нескольких электростанций. А сейчас немного о наших прогнозах погоды. На большей части Республики Казахстана, по данным Казгидромета, ожидаются ливни. На севере страны и в горных районах юго-востока. Только в центральных и западных районах и регионах будет ясно, без осадков. По республике усиление ветра, ночью и утром туман. В Астане облачно, без дождей. Температура воздуха днем до 24 градусов тепла. Сейчас возвращаемся в Восточно-Казахстанскую область. Там санаторий «Рахмановские ключи» передан на баланс государства. Об этом сообщили в Акимате региона. По итогам торгов курорт передан Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Сейчас на месте работает комиссия из числа сотрудников госорганов. Они принимают объект. Передавать санаторий иностранным компаниям не планируют, отметил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Ардак Мадиев. Отмечу, санаторий был открыт в 1964 году. Основными его преимуществами стали природные минеральные
минеральные подземные воды. Они помогают в лечении различных заболеваний. А вот в Карагандинской области активно трудоустраивают так называемую НИТ-молодежь. Это молодые люди, которые нигде не учатся и не работают. С этой категорией жители ведут точечную работу. Сотрудники молодежных ресурсных центров совместно с предпринимателями и госорганами ходят по домам, составляют списки, рассказывают безработным о мерах занятости. А вот сколько молодежи удалось трудоустроить в этом году и на какие специальности, расскажет моя коллега Лиана Жемлиханова. В этом году в карьерные центры области обратились около 23 тысяч молодых людей. Трудоустроить удалось 13 тысяч. Сейчас в регионе численность НИТ молодежи составляет свыше 8%. Как объясняет представитель управления по вопросам молодежной политики Жасулан Хамитов, молодые люди после окончания школы сразу хотят хорошую должность и высокую зарплату. Но так ведь не бывает. Для этого надо потрудиться. Чтобы вовлечь как можно больше молодежи, используют республиканские программы занятости и проекты регионального характера. Проводится определенная работа по социализации категории НИТ молодежи, в том числе по активным мерам занятости, такие как краткосрочные курсы, первое рабочее место, контракт поколений, грантовая поддержка молодежи, программа «Жасыл-Ель» и многие другие. 22-летнюю Алину Красник тоже недавно трудоустроили. В прошлом году девушка окончила Карагандинский университет и с тех пор сидела без работы. По образованию Алина – преподаватель русского языка и литературы. Мне сказали обратиться в карьерный центр, в который я пришла. Мне предложили несколько вакансий для трудоустройства. Я выбрала более себе, которая понравилась. И на данный момент я работаю уже с июля месяца секретарем в Саранско-техническом колледже. Вовлекают молодежь в сферу малого и среднего бизнеса. Этому способствует уникальный проект «Jazz Project». В Карагандинском регионе он действует с 2021 года. Молодые люди проходят конкурсный отбор, где выбирают самые нужные для региона и социально значимые проекты. Победителям выдают по 1 миллиону тенге на открытие или развитие собственного дела. В 2024-м гранты выиграли 14 человек. Лиана Жемлиханова, Сайлау Игликов, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24KZ. Сейчас к новостям спорта. Казахстану пора переходить на экологически чистые виды топлива, считает ветеран энергетической отрасли Мухаммед Кали Калиев из Атырау. К новостям спорта вернемся чуть позже. Ежегодно городская ТЭЦ вырабатывает 1,5 миллиарда киловатт энергии. На предприятии для этого используют природный газ, но в регионе реализуют новые индустриальные проекты. Им необходимы дополнительные источники энергии. Соответствующих ресурсов будет недостаточно. К тому же органические источники энергии загрязняют окружающую среду. Поэтому опытный энергетик Мухаммед Кали Калиев считает, что в стране назрела необходимость в строительстве АЭС. Сейчас в основном используются органические виды топлива, как уголь, нефть, газ, мазут. Они выделяют в атмосферу вредные вещества, которые создают парниковый эффект. Атомные электростанции в этом плане безопасны, поэтому я за мирный атом. Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана и первое по его добыче. Наше государство не просто производит и экспортирует ядерное топливо за границу. И, как считают зарубежные специалисты, в этой сфере у страны есть все возможные ресурсы развивать собственную ядерную энергетику. Какие именно, выясняла моя коллега Жанат Эрнст. Казахстан – один из пионеров ядерной энергетики в СНГ. Первый в мире атомный реактор БН-350 был построен именно в нашей стране в 1973 году. И благодаря немалому практическому опыту в развитии мирного атома у республики есть крепкая добротная база для осуществления ядерных проектов. В том числе и компетентные специалисты, считает экс-сотрудник отдела политики проверки и безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф. У Казахстана уже был свой атомный реактор в Актау, который закрыли в 1999 году, спустя 27 лет эксплуатации. Его мощность составляла 1000 мегаватт, но действовал он на уровне 700 мегаватт. Так что у Казахстана есть практический опыт в развитии ядерной энергетики. При этом сейчас стране необходимо готовить молодые кадры. И так как для постройки первого реактора АЭС потребуется определенное время, то этот период вполне можно использовать для обучения персонала.
У МАГАТЭ есть несколько этапов поддержки стран, внедряющих ядерную энергетику. Это планировка, возведение объекта, обучение персонала и, наконец, само строительство, которое может занять 10-12 лет. Реактор же будет работать около 60 лет. При этом отработанное топливо должно извлекаться каждые 3-4 года, и с ним также нужно уметь правильно обращаться. Однако Тарик Рауф уверен, что у Казахстана не будет проблем с хранением ядерных отходов и использованного ядерного топлива. Это не материалы для создания ядерного оружия, поэтому в плане безопасности, если все правила будут четко соблюдаться, все должно быть в порядке, а все мифы об опасности АЭС беспочвенны, отмечает он. Важна и подоплека принятия решений в случае с атомом, она должна исходить из экономических соображений, подчеркивает эксперт. В Германии, например, решение о закрытии АЭС было политически мотивированным, но оно контрпродуктивно, потому что теперь ФРГ сжигают гораздо больше угля и выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем это было во времена работы АЭС. На этом примере мы видим, что если подобные решения принимаются из-за политических причин, а не исходя из энергетических предпочтений, то это может иметь плохие последствия. Экс-сотрудник МАГАТЭ считает, что для диверсификации источников энергии очень важен их грамотный микс и соблюдение баланса. Это когда некоторые страны производят электричество, используя воду, а другие отходят от добычи нефти и газа, параллельно развивая атомную энергию и возобновляемые источники. Электрическая сеть должна быть сбалансированной, а для этого нужна устойчивая энергия. Поэтому атомная энергетика будет играть важную роль по меньшей мере в ближайшие 40-50 лет, в том числе и для уменьшения выбросов углекислого газа. Без атомной энергии нельзя достичь целей устойчивого развития, поскольку невозможно снизить выбросы СО2. У Казахстана есть объединенные электрические сети с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном. И Казахстан мог бы поставлять энергию в соседние страны. Не каждому государству нужно строить АЭС, считают европейский ученый и ядерщик. Но Казахстану, как крупнейшему производителю урана, есть смысл не только экспортировать его, но и использовать для собственных энергетических нужд. Жанат Эрнаж, Март Ахметов, 24 КИЗ, Австрия, Вена. Продолжаем новостями спорта. Сегодня вечером в Алматы пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги конференции, в котором Астана примет норвежский клуб Бран. Прямая трансляция игры начнется в 18:55 по казахстанскому времени. И прямо сейчас к нам присоединяется мой коллега Алишер Накипов. Алишер, вам слово. И если не ошибаюсь, по силам ли столичной команде совершить камбэк, учитывая, что в первом противостоянии они уступили со счетом 2-0? Приветствую, Лунара. Учитывая, что норвежская команда очень долго летела до Казахстана, плюс ко всему фактор акклиматизации никто не отменял, они находятся не в самой лучшей своей физической форме. Что касается Астаны, то, как говорится, родные трибуны, надеюсь, помогут. Нам это на руку. Ждем подробностей. Напомню, что первая игра команд прошла в норвежском городе Бергене и завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Победитель этого противостояния сыграет в группе Лиги конференций, а проигравший завершит выступление в этом еврокубковом сезоне. Сегодня сборная Казахстана по хоккею сыграет свой первый матч в рамках отборочной квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года. Соперником национальной команды будет коллектив из Венгрии. Начало встречи запланировано на 17:00 по казахстанскому времени. А уже завтра отечественным хоккеистам предстоит сыграть со сборной Австрии и 1 сентября с хозяевами турнира Словакии. Расписание сложилось как нельзя лучше. Скажем так, мы идем по нарастающим. Первый у нас соперник Венгрия, который вполне по нашим зубам. Австрия, которая сильно набрала ход на последнем чемпионате. И перед последним матчем у нас будет день отдыха. И, видимо, организаторы решили, что именно матч между сборными Казахстана и Словакии станет решающим за олимпийскую именно лицензию единственную. Я считаю, что в данном случае у нас все шансы есть себя показать. Все зависит только от наших ребят.
Лунара, а вы бы хотели видеть Ёлдоз Асметова на Олимпийских играх в Париже? Мне кажется, все этого хотят, тем более учитывая то, что он сейчас является любимым спортсменом, который принес победу нашей стране спустя такое вот количество времени. И тренер Нурбол Сулейменов правильно отметил, это все зависит от дисциплины, недостаточно нашей веры в победу Ёлдоза. Спасибо за обзор, Алишер. Это был мой коллега, спортивный обозреватель Алишер Накипов, а в студии для вас работала Лунара Есен. Это «Утро 24 КЗ». Передаю слово моей коллеге Динаре Кунафиной. Не переключайтесь.